Борис Заходерда. Перемена. Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой. Он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 подножки, ну, Ваське, Кольке и Сережке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил, сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, словом, сделал все, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова. Бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем.